Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами Vivo V20 SE. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве добавить разблокировку по лицу и как ее настроить. Для того, чтобы ее добавить, мы заходим в настройки. В настройках листаем немного вниз, переходим в пункт «Безопасность», нажимаем сюда, дальше нажимаем «Лицо». Вводим графический ключ или пароль от вашего телефона, если у вас уже такой есть. Если у вас нет ни графического ключа, ни пароля, то вас попросят создать новый. Я ввожу уже существующий. Дальше мы видим вот такой вот пункт. Перед тем, как сканировать свое лицо, мне нужно вам немного рассказать. Во-первых, разблокировка по лицу не такая безопасная, как, к примеру, пароль, пин-код или отпечаток пальца, потому что разблокировку по лицу можно подделать, во-первых, из-за фотографии с вами, во-вторых, из-за видео с вами, в-третьих, если человек очень похож на вас, к примеру, какой-то брат-близнец, то он также сможет разблокировать ваш телефон, что довольно-таки небезопасно. Но если вам это не важно, то перед тем, как нажать «Начните для добавления» и просканировать свое лицо, вам нужно убедиться, что в комнате, в которой вы находитесь, хорошее освещение. Настоятельно не рекомендую сканировать свое лицо, находясь на улице, так как солнечные лучи могут пересвечивать ваше лицо, а также в темноте, потому что ваше лицо все равно будет просканировано, да, но потом разблокировка по лицу будет работать очень медленно. Чтобы этого не было, мы убираем, во-первых, с глаз, лба, волосы, чтобы их не было, и начинаем добавление. Нажимаем «Я прочитал», конечно же читаем, нажимаем «Разрешить» и показываем в этом кружочке свое лицо. Оно начинает сканироваться. Обычно сканирование занимает от секунды до 10 максимум. Нажимаем «ОК». Дальше мы видим немного настроек лица. Во-первых, хотим ли мы включить разблокировку по лицу, мы ее можем выключить. Дальше, хотим ли мы, чтобы во время того, как мы поставим пароль на какое-то приложение, могли бы мы разблокировать какое-то приложение с помощью лица или нет. То есть это вот здесь вот. Но у меня пока нету пароля конфиденциальности, так что я не буду этого делать. Также советую вам здесь убрать галочку, потому что, смотрите, сейчас, когда я сканирую свое лицо, мой телефон разблокировался, то есть здесь убрался замочек. Но для того, чтобы войти в телефон, мне нужно еще дополнительно свайпнуть. Если я зайду сюда и уберу тут галочку, то теперь, как только телефон увидит мое лицо, он сразу разблокируется, то есть мне не придется еще дополнительно ждать. Дальше по настройкам, упс, я не туда зашел, что-то вообще. Лицо. У нас осталось еще заполняющий свет экрана, то есть если вы в темноте и хотите просканировать свое лицо, то ваш телефон включит очень яркий экран, чтобы подсветить ваше лицо и точно так же просканировать его. Также мы можем настроить стиль анимации экрана блокировки. К примеру, давайте вот такой вот поставим. Теперь у нас здесь вот такой вот крутой смайлик. И как только он увидит лицо, он исчезнет. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!